Not. Я тебя предупреждаю. Что-нибудь случилось? Какая работа? Как так можно? Эй! Да не наступи на меня! Куплю колыбельку, найму красавчика на су... Ведьмака ищите? Кого-нибудь, кто убьет чудовище? А что за ч... Большое, злое, гадкое. В кон... Если тебе... Вина! 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 Дай! Добро пожал! Говорят, даже... Что можно... Предлагаю перейти... повеселиться. Добро, говорят. Что можно?
Ах, эй, это ты, друг. Брат, королей порешил. Добро... Говорят? Предло... Дьявол шел кривой дорожкой, затаивши зло. Ведь не дал ему на пиво дьяволу никто. Теперь помедленней. Господин, жалься над нами. Я уже сыт. Они, кажется, совсем отчаяли. Тварь. Пропусти этих людей. Так точно. Спасибо. Нам некуда было возвращаться. Держитесь подальше. В другой раз уж не попадет. Но... Он в пещере похоронен. В холме, под которым штейгеры стоят. Вперед, плотва! Не торопись! Привез когда-то из экспедиции. Чем болтать, лучше помогите искать. Знаешь, что про вас говорят? Хочешь справедливости? Найми ведьмака. Истина такова, что мы уже зависим от черных. Экономически. Приветствую. Ну что еще? Не обращайте на него внимания. Милости просим. Благодарю. Как вас зовут?
Я ничем не примечателен. Вот путеше. Ничего себе, вот так. Ну не начинай. На самом деле... Конечно, подозрительно. Лучше Я не ищу с вами ссоры. Будьте здоровы. Я говорил, что он шпион. Кто его знает? Я шпиону уйти не позволю. К оружию, господа! Зараза! Он мертв. О, идите отсюда. Прошу ко мне не приставать. Но! Да тут... Нет. Я же... Ну, если творю... Мы не... Я попробую. Мы вас... Быстрее! Все кончилось. Открывайте дверь. Тела. На них-то гули избежались. У вас что, кладбище в сарае? Я нашел останки... Это... А как они, Ягусь? В следующий раз, когда кого-нибудь убьете, тела закопайте, глубоко. Эти тоже нужно отсюда вынести, иначе опять трупоеды сбегутся. Так и сделаем! Работа сделана? Так точно. Будьте здоровы. Но! Пропусти. Нет, поболтали мы неплохо, а теперь давай-ка кругом и шагом... Арты... Ге... Вер... С... Раши... Мо... Они ум... Раз... Ты что... Ты... Сейчас... Как... С... Как... Мы... Потом... Но... Но... Я еще... Слышь, да вот... Раз... Тебе... Спасибо. Ты и тут бывал, и там. Вот ты мне скажи. У них в Новиграде правда такая мода, чтоб мандуры. Ведьмак ведь не может оспой заразить, а? Только ведьмака этой братве не хватало. И меня достал Седов.
Только ведьмака или братвей. Из говна крута не скрутит. Не торопись. Интересный. Понятно. Из... Ага. Ин... Глупость. Вверх. Эй, это тварь! Но не только Василиск был фальшивый, но и клетка. Да здравствуй, да здравствуй. Блевать меня тянет от сегодняшней жратвы. Не шали. Давай. Но пошла. Человек, с которым мы должны встретиться, уже, наверное, что. Готовы? Кто? Один. Ты ему... Я... Пойдем. Что-то здесь не то. Посмотрим. Нет. Я в эти... Я хочу... Понимаешь? Первое скры... Думаю... Не важно. Зач... Это... Вера... Тип... Это... К тому же в свою... Стан. Мне глав... Знай... У меня... Хорошо. Потерял терпение. Еще один просрали. Ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о Цири. Оператор! Ты меня можешь поцеловать! Мне для храбрости нужны три вещи. Хорошо поесть, хорошо выпить и хорошо... Чего ты хочешь? Что ты можешь собирать? Ста...
Младший. Я был. Слышь, я терпи. Какие-нибудь у стеночки, да боюсь, яйца промахнуться. А дождь, чья вина? Чероги. Купи сегодня! Шевелись, плотва! Плотва, не так быстро. Яичко, господи, я... Тварь. Пропусти. Так точно. Спасибо. Нам некуда было возвращаться. Держитесь подальше от... В другой раз уж не попадемся. Но ты... Ты-то из другой глины сделан. Ты... Он в пещере похоронен, в холме, под которым Штейгеры стоят. Давай! Мой дедушка привез когда-то из экспедиции. Правда, не купил. Чем болтать мы... Приветствую. Ну, меня бр... Милости... Благодарю. Как вам... Я Геральт из Ривии, ведьмак. Меня зовут Руфус. Вот этот ученый муж зовется Теофиль Мария Роско. А здесь... Простите. Манфред, я. Да-да. Геральт. Где-то я слышал это имя. Не бываю. Вы перепутали с Герардом, артистом. Он действительно выступает на ярмар... А, ну, тогда прошу прощения. Нет, это... Угу. Что нового? Говорят, будто черные. Вот-вот на... Жаль, что Хенсель сгиб... Правду говорите. Говорят, император войдет. Вы много зна... Ну, знаю. А то, что вы перестаете, мне нравится. Сперва вы... Я думаю, вам лучше отправиться со мной. Я знаю... Через мой труп... Если придется. Успокойтесь, это всего лишь недоразумение. Ведьмак, попридержите его, а я поищу веревку. А, не дождетесь! Не стану я в это вмешиваться. А я и сам справлюсь. Если первый сломает. Седой. Успокойся, не то. Одним нильфским шпионом. Ты так уверен, что он... Был, был. Я их мигом узнаю. А вы идите, нейтрали. А, я
ж говорил, у него полный кошель нильфгардских флоренов. Ну, пошло. Но! Но! Что тут? Не... Ну, если... Тварюги! Мы не пога... Я... Мы в... Быстрее! Все кончилось. Открывайте дверь. Ваш... А какая... Работа... Там. Будьте... Понимаю. Мы... Арт... Ге... Вер... С... Раши... Мо... Они ум... Разг... Ты что... Ты... Сейчас... Как ты... С... Когда... Мы... Потом... Но... Но... Я еще... Слышь, да вот... Раз... Тебе... Спасибо. Один неверный шаг и хера там. Ты и тут бывал, и там. Вот ты мне скажи. Давай. Интересный понятно. Из... Так. Ин... Глупый. Yep. Эй, Здравствуй, и что о себе да возомнил? Видно, не только Василиск был фальшивый, но и клетка. Давай, плотва! Человек, с которым мы должны встретиться, уже, наверное, что? Готовы? Звездно... Ой... Знаю. Это... Нет.
в эти... Ем. Я хочу... Понимаешь? Короб... Тип... Неважно. Зачем ведьма? Это... Вера... Тип... К тому же в свой... Стаб. Мне кажется, он все... Знаешь, что у меня... Хорошо. Хватит с меня этой работы. Справимся с колдуньями и за вас возьмемся. О! Да чтоб тебя! Не шали! Держись от меня подальше. Ну, вот так чуть. Его величество родовит король Стоун. Добрый день. Но справедливо. Не трезвый. А я что, по... Всегда лучше. А чем тебе... Давай не буду. Ты играешь в гвинт? Да. Согласен.
возвращайся! Сыгр... Почему бы? Согласен. Игрок был в Новиграде. Thank you.
величество, родовитый король строгий, но справедливый. Иди, откуда пришел? Ты здесь крутишься, ревизский бродяга. Блеваки? Чем могу? Эй. Я знаю. Где? В подземелье храмового. Дурно. Я не шучу. Значит, тебе... У меня нет выбора. До свидания. Повесила я белье или нет?
я бы буду богатым. Ты меня хоть поить хочешь? Если бы я хотел тебя подпоить, то не пить. Только у меня! Акция! Не надо ли тебе чего? Седой, успокойся, не то. Держись от меня подальше. Мы не встречались случайно в Бахмуте? Девки-то входят, а не выходят. А тебе чего? Где ублюдок младший? Видал? Но ты суров. Я тебя знаю, выродок. Я видал, как ты Ольгерда убил и Вика. Да, я вроде видел этих господ. Как их там, Ольгерд и Вик? Передавай им привет. Велени ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о Цири. Ну что ж, как угодно.
Сукин сын, если он хоть пальцем тронул Цири, я ему не прощу. Ее прибили к стене. Здравствуй, младший. Я пришел поговорить. Я все сделаю. Я все... Я еще одну девушку. Девушку? У не... Да, да. Теперь сосредоточься и говори. Я проделал очень... Мне пришлось... Некоторые из... Чувствую и понял, почему... Да. Вот и ладно. Меня интересует... Что? Еще раз... Уговор был... И что ты сделал? Ну, я поймал! Ну, смотри! Филактерий? Я? Чу... Крутишь, младший. Я тебе все... У меня... Успокой... Возьми себя в руки, Лютик. Я ведь только так... Тогда заткни. Ты узнал, где... В комнате на последнем этаже. Я пройду по крыше. Если тебя обидеть... Надо залезть на крышу. На последнем этаже, в той, что с балконом. А вот и балкон. Посмотрим, что внутри. Теперь, друг мой Дода, я сменю орудие. Это мне прискучило. Ты долбанный псих, ублюдок. Тебе никто не говорил? Нет. Значит... Вот и ты. Ты... Я говорю правду. Что с Дуду? Не... Что стал? Кто? Скажи, что им... Я... Ты обид... А... Я тебе скажу, в чем дело. Я...
если ты закончил свои дела, время отблагодарить Его Величество. Родовид ждать не любит. Корабль его... Красиво. Оставь... Зам... Этот корабль был построен на пожертвование дворяна. Женщины самых знатных родов... Вот. Чего? Ты не свою... Мои... Нот... Филиппа Эль? Подозри... Госпожа... В своей... Я... Раз уж Филиппа скрывается, пользуясь мо... Я сык... Твоё... Ты лук... Это... Отправляй. Дело. О! Что себе думаешь? Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. Ну так так. Черные? Рядания? Лишь бы платили и не били. Ну и грация. Ну и тоже мне танец. Все дороги? Я бы... Бывай. Личную работу, а не жопой вертеть у людей перед глазами. Ничто не вызывает такой жажды, как торговля. Скидок нет, кредит не даю. Настоящий. Ты ведьмак? Они сначала себе рот мажут йодом, поэтому и не болит. Прямо я страдаю венерической болезнью. Ник, где тут возьмешь? На этой стороне плохо. Я могу чем-нибудь помочь? Слушай, ваша милость. Опять я потерялся.
Большие! Видел новых официантов? Нет. Есть такой. А как ты поняла, что... Нет. Нужно как... Да, конечно. Как? Это я... Трудно... Иду... Что, на... Да. Может... Замысь... Кроме того... Об этом... Не з... Будет... Можно приступать. Есть мы... Ну... Послание... Да... Теперь, может, и докатур... Хороший замысел. Ты думаешь? Есть! Мы пос... Но... И все видят, и все кончается... Ты мне дашь... О чем ты? То есть твое. Ну... Ну ты, конечно, то... Мы должны приду... У меня уже есть, нет? И ты правда учишь? Конечно. Пока у меня две. Пусть будет избавление Доплера. Так короче, а значит проще... Есть только одна проблема. В истории... Не страшно? Хорошо. Я, собственно, думала... Пусть будет... Хорошо, в таком случае... Хорошо. Эй, Геральт, какая рифма к слову «ведьмака»? А карака? Молчи дальше. Все, будь он сообщи. Я думал, но это ты же... Знаешь? Потом при... Билет купи. Там культура. Здесь выступ? Ну да. Так что? Ты же сам сказал. Ну билетик-то. Один? Да. Держи. Почти получилось, но... Ну и грозный у тебя вид. Мадам Рен? Где? Нет. Пойдем. Чем я... Улют... Абет? Увел? Но ведь... У меня... Я... А... Прис... Звук... Как бы нам... Если... А что... Где... Я... Спик... Я не... Не... Скай... Ну хорошо... Может быть... Спасибо... До свидания... Видал ты этих бедолаг, что с Вилами бежали? Yeah.
А вы действительно нильфгаардцы? Мы, сука, сметины! Не с Нильфгаард!